Опасное хозяйство оказалось без хозяина. Подпорные стены начали рушиться на Казачьей горе. Бетонные блоки удерживают земляной склон сопки и должны защищать двухэтажные дома на нижнем уровне. Но склон пополз, как считают жители, под тяжестью высотки на вершине. Маленькая стена, которая стала большой проблемой в репортаже Данила Маевского. Мы находимся на улице Казачья гора. Нас пригласили сюда местные жители, которые опасаются, что вот эта подпорная стена может рухнуть. В подтверждение своих слов они рассказывают, что часть ее уже обвалилась. Здравствуйте. Как это было? В сентябре прошлого года, как раз перед выборами, упала стена, соседка с 11-го дома Казачья гора. Позвонила, говорит: Юля, упала стена, говорит, так, как мы предполагали. У нас здесь была бельевая площадка, завалились трубы. И, слава богу, не было снежной зимы, иначе бы это все упало еще сильнее, потому что отсюда наметает за счет этого дома много снега и дождей сильных не было. Боимся, что с сильными дождями тут все упадет дальше. Далее, получается, вот эта стена давит на ту стену. И здесь видно, что вот она отошла, асфальт, вот давайте посмотрим. Здесь вот съехала, я потому что мы видим, что я тут траву всю дергаю, здесь просто земля, вот настолько уже здесь съехала она. Видно вот, вот так вот посмотреть, если взять ее. Причем это не за теплосетей, которые вчера здесь работали. Они скрывали здесь. Вот здесь вот нижняя стена вроде как стоит, но все равно видно, что ее вот тоже вырывает. Но наклон уже приличный. Приличный, в том-то и дело, что... А дети ходят, вот они оттуда идут, свои казачки. И потому что здесь вот им неудобно ходить, они ходят здесь и бегают они. Вот они побежали туда, побежали сюда, это все под кем-нибудь. Не дай бог. Пока мы общались с местной жительницей, подъехала управляющая компания, вот ее представитель. Были приняты меры обращения в прокуратуру, обращения в администрацию. Сначала были отписки, то что подпорная стена принадлежит, получается, частной территории, это, собственно, вот этому дому. Вот. Но теперь вот с Юлией Алексеевной уже мы выяснили, то, что все-таки земля принадлежит администрации. Вот, согласно решению комиссии, значит, управление по делам. Подпорная стенка Казачья гора 11, вот про эту стенку говорилось как раз, внесен в перечень опасных объектов. Далее я писала в Кировский район, наш райисполком, заместителю мэра, тоже вот написали здесь, что подпорная стенка является бесхозным, недостроенным объектом промышленности. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Поэтому к нам уже прибыли представители администрации. По информации Управления дорог и внешнего благоустройства, эта подпорная стенка не является объектом улично-дорожной сети. Поэтому расходовать бюджетные средства, ну, это неправильно, ну, неправомерно. Мы запросили департамент архитектуры. И вот по проекту межевания, вот она эта территория, да, получается, относится к придомовой территории группы 4 домов. Казачья гора 9, 10, 11 и 12 как раз. Но в соответствии с земельным законодательством эти границы не уточнены. Эта подпорная стенка не имеет точных координат. Если жители, значит, проведут постановку на кадастровый учет, постановка сама, ну, она бесплатная, а услуги кадастрового инженера, естественно, стоят денег небольших. Вот. И уже в уточненных границах можно будет точно говорить о том, кто является собственником земельного участка. Люди объединят свои усилия. Им нужно пригласить кадастрового инженера, который определит им границы, и станет ясно, кто должен восстанавливать этот объект – управляющая компания или же администрация. Даниил Маевский, Вячеслав Гирич, Большой город Лайф.